За первое полугодие 2022 года на территории Кашхабльского района зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых 17 человек получили телесные повреждения, 4 человека погибло. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года отмечается увеличение числа ДТП на 7, количество пострадавших человек увеличилось на 9. Основными видами ДТП явились столкновения и опрокидывание транспортных средств. Причинами большинства ДТП также является недисциплинированность водителей и пренебрежение правилами дорожного движения. Также остается актуальная проблема управления транспортными средствами в состоянии опьянения. За отчетный период на территории Кашхабльского района зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия по вине нетрезвых водителей. Сотрудниками госавтоинспекции на регулярной основе проводятся профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» в целях выявления фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения не пренебрегать правилами дорожного движения, так как соблюдение установленных правил – это залог вашей безопасности на дороге.